концерта с Линдой в Москве один вечером на Арбате в джаз-клубе, а второй ночью в Балашихе в клубе. Два концерта в один день — это хорошо. Секретный клуб. Да, вот здесь вот три человека должно быть. Это сложно. Уволили мне комбари. И подписчик, да? Сцена почти собрана. Выглядит уже больше похоже на сцену. Сейчас расскажу очень крутые вещи в моей радиосистеме. Я использую аудиотехнику System 10. Да. Хорошо. Она сделана из полностью литого металлического корпуса, поэтому по ней можно прыгать, и ей ни хрена не будет. Сделано просто мощно. И здесь есть два выхода. Выход А и выход Б. Кнопкой можно имитировать канал. Сейчас я замитировал канал А, в который я подключен. Соответственно, так я его открываю. И дальше у меня уже идет сигнал в Адам. Соответственно, я могу нажать здесь тюнер, так замутировав канал. Или же нажать здесь и замутировать этот канал. Это первый режим. И второй режим вот здесь вот можно выбрать. Это когда я просто перебрасываю каналы. То есть сейчас канал Б включен. Так включен канал А. То есть с этой радиосистемы можно делать, например, два педалборда. И если вам нужен там один педалборд на агрессивный звук, а другой там полностью на кардинально другой аналоговый, и вы одной ручкой, как лайн-селектор, переключаете канал на другой педалборд и имеете сразу как бы другой звук. Или же вы можете также, если вы имеете два инструмента, акустический, например, и электрический бас, то вы используете один бодипак, переключаете, только переключаете на другой канал, и здесь уже настраиваете, то есть дипбокс подключаете, и выход, или там преам какой-то, который для акустического баса, чтобы это была совершенно разная модуляция звука. Считаю, что это просто и гениально, и очень полезно. Мне сейчас, наверное, надо будет уже чекаться, барабаны отчекали, клавиши чекаются, потом еще гитары. Сейчас я дождусь, пока мне начнут орать. Лёня! Бас! А мне вот так отлично. Чекнулись, а теперь обратно все собирать. Наш барабанщик сегодня провинился, поэтому его посадим в клетку как жирафа. Ну вот, с помощью машины телепорта под названием автомобиль мы перенеслись в Академ Джаз-клуб. Долго ехали, естественно, пробочки в Москве через весь центр, поэтому нам нужно срочно отчекаться, сразу же будет концерт. И потом поехать после концерта сразу в Мытищи. Вопрос, где нам пообедать? Ведь сегодня все кушали только утром дома. Ничего себе, Биг Мак, 101 рубль. Всего? Он же всегда был премиум сэндвич. Спасибо этому клубу, едем дальше.
меня народ смущает. Вот когда на сцене не смущает, а сейчас смущает. Охуенно. Чего, блядь, нас здесь оставили? Мама, возьми меня домой. Помолчи. Райдер. Все, покушали очень быстро, потому что мало. Бегом после концерта домой. Время 4:30. Теперь можно упасть спать. Я думаю, что я это заслужил. Всем пока. До новых марафонов.